Алло. Добрый день, меня зовут Сергей, это компания Smart House. По поводу заявки на вечную спичку. Оставляли? Да, но я вчера оставлял по акции, когда была. Ну, смотрите, пока у вас еще была заявка в паузе, то есть мы можем вам также предложить по акционной стоимости. Это сколько там стоимость была? 1690. 1690, а что, это вы звонили час назад где-то? Да. Так а что, через минутку просил перезвонить, блин. Сдал. Ну, у нас здесь сейчас высокая загруженность, как, ну, в рамках наших акций, поэтому не всегда успеваем перезвонить, стараемся максимально оперативно. Ага. Ну, а она у вас не подделка, оригинал? Нет, нет, абсолютно оригинальная продукция. В основном на доставка курьером, при курьере сможете убедиться в качестве товара. Ага, а вечная, то есть раз купил и постоянно она гореть будет, и ничего не надо. Да, ну, все как вы видели, собственно говоря, в рекламе все соответствует. То есть там заливается что-то? Да, там нужно будет иногда заливать бензин для того, чтобы фитиль пропитывался. Угу. То есть и просто чиркнул и горит она, и ни заботы, ни хлопот. Да, да. А чье производство она? Производство это Китай, но это отличные материалы, поэтому качество на очень высоком уровне. Угу. Такая что-то вот подозрительно низкая цена акция. Ну, у нас сейчас проходит промо-акция, поэтому есть такая возможность приобрести действительно по низкой цене. А до этого 3000 вот там понятно было, а тут что-то прям снизили резко 50%, прям, блин, что-то прям подозрительно. Ну, в рамках привлечения клиентов для нового магазина. А то есть у вас еще что-то есть? А, ну, планируется в Москве далее открытие магазина с различной, ну, тематикой активного отдыха. Угу. А вы сейчас не позвоните? Да. То есть Москва, ну, сейчас мы на данном... Нет, доставлять мы будем в Сталинградской области, там сейчас находится оптовый склад. Угу. Пока еще процесс открытия магазина в Москве в процессе. Угу. А ну, то есть только спички есть, попутные ничего нельзя заказать? Ну, по промо-акции, да, то есть также у нас еще можно со спичкой приобрести нож-ремень, тоже достаточно интересная, скажем так, вещь. То есть он идет по стоимости 1290, также по акции. А так сколько цена была, то есть скидка опять же? Да, это со скидкой, то есть полная его стоимость 2600. То есть скидки вот это пугает, блин, то есть непонятно почему, вот 50% прям скинули, но это же очень много вы скинули. Ну, это промо-акция, то есть ее целью является привлечение новых клиентов. То есть, ну, а как спросить, что контрафакт, не контрафакт это? Вы можете просто осмотреть товар, но если у вас качество устроит, я думаю, этого будет достаточно. Но она уже заправленная будет? Нет, она идет не заправленная. А как я убежусь, что качественная она? Ну, визуально. Но... Того, я думаю, будет достаточно. А как-то вообще вот там контрафакт от нее, контрафакт, как вот порекомендуете? Вдруг вот курьеры окажутся недобросовестные, подсунет мне контрафакт, но... Просто я, ну, я думаю, таких проблем нет, я уже просто сталкивался с этим, что курьер подменял товар на аналогичный контрафактный. Может, там длина пламени какая-то определенная там у него должна быть. Или как-то... Нет, к сожалению, ну, то есть тут очень сложно сказать, только по качеству материала, ну, материала можно убедиться, потому что действительно качественная продукция. На что мне надо в первую очередь вот это внимание обратить? На корпус. Mm-hmm. То есть это действительно хороший сплав идет, ну и также, в принципе, на всю саму конструкцию, то есть она должна быть достаточно монолитной, ага. То есть никаких люфтов, нигде ничего не должно быть. Ну, по факту, просто это осмотр любого товара. А вообще много, видите, что все... много заказывают вот данное изделие? Более чем, на самом деле очень популярный, как показала практика товара. Как тем более я... сейчас вот сезон активного отдыха. Есть, да. 430, то есть у нас дураков в стране много. 430, нахуй. Ну, я бы так не сказал, на самом деле, ну, действительно интересное поступление. Что, как бы это, что вы втюхиваете товар, который 50 рублей стоит в магазине за 1650, то есть дураков хватает в стране?
50 рублей стоит гораздо более худшего качества точно устройства. Точно такая же обычная, ну не 1650 за просто спичку с бензином. Ну это то же самое, что мы можем говорить как о телевизорах. Есть же телевизоры, которые стоят 4000 долларов, а есть, которые стоят порядка 15 тысяч рублей. Это та же самая ситуация. Дело ваше, вашей потребительской возможности. Вы можете купить за 50, можете купить за 1600. Это ваше право. Абсолютно. То есть, если вас устраивает уровень, который за 50 рублей, берите, пожалуйста, его. Мы же вам не настаиваем, то есть, хотите участвовать, ну, приобретите сейчас по акционной цене. Нет, ну, это ваше право, еще раз говорю. Если вас не интересует, если вы знаете, где можно купить за 50 рублей, приобретайте за 50. Ага, ладно, спасибо за полтинник возьму. Спасибо большое. До свидания.